То же самое проделаем на правую руку. Прежде всего, наше плечо находится близко к телу. То же самое, если мы отставляем это, оставляем тягощение, плечо остается возле тела, только потом, как мы опускаем свою руку с петли, можем свободно расслабить мышцы груди. Предупреждаю вас, что мышцы груди в этом упражнении, а тем более в борьбе на руках, играют немаловажную роль. Хочу вспомнить такого спортсмена, как Андрей Юнков с Москвы, который в свое время, в молодости, оторвал мышцы груди. И многие из вас, может, помнят о том, что Андрей Юнков – это был талантливейший спортсмен, который только исключительно боролся на левую руку. Почему? Потому что, не имея мышцы груди, человек не может бороться ни в крюк, ни вверх, потому что по-любому ему нужно грудь, которая стабилизирует, держит прежде всего плечо. Если нет груди, плечо твое улетает. У тебя нет стабилизации. Ты можешь бороться единственным, как это вот, держать в бицепс, который, естественно, является слабым звеном для того, чтобы победить. По-любому этот спортсмен должен переходить в контратаку, помогать себе связкой. А помогая связкой, естественно, подключаются мышцы груди. Поэтому данное упражнение не дает объем нам груди, но тем не менее стабилизация и укрепление связок с помощью этого упражнения идет колоссальная.